Здравствуйте, уважаемые наши ученики, уважаемые наши слушатели, уважаемые наши читатели. Хочу сообщить вам замечательную новость, что впервые в январе мы проводим основной наш мастер-класс. Раньше мы в год провели всего лишь один раз наш мастер-класс для владельцев бизнеса, это было в Иссык-Куле. Теперь мы его решили провести в зимний период. Дорогие, для кого это курс? В протяжении 10 дней мы обучаем владельцев бизнеса. Это для владельцев бизнеса. Для тех, кто хочет открыть бизнес, для тех, кто хочет упорядочить свой бизнес, кто хочет расширять свой бизнес. С 2012 года в протяжении 10 лет я провожу этот курс. Скоро будут уже 10 лет. И каждый выпускник, который выходит из этого курса, они достигают больших результатов. Вы узнаете, как стратегическое управление формировать в вашем компании, создать сильную команду, маркетинг на масштабного уровня сделать, как подбирать тот продукт, который клиенты будут выбирать вас, управление ресурсами, как находить ресурсы для своего бизнеса, лидерство, какой стиль лидерства для какой момент лучше подходит, и технология ведения переговоров, и как создать свой бренд и сделать его мировой, и как личный бренд создать, и как свой продукт сделать брендом и так далее. Все эти вещи вы узнаете на нашем мастер-классе. Я буду в течение 10 дней буду говорить о 14 тематике, которая позволяет вашему бизнесу 2-3 раза увеличиваться. По окончании этого курса какие результаты вы получите? Вы можете 2-3 раза увеличить свой прибыль. В среднем 200-500% вы можете увеличить свой прибыль в протяжении года. Так происходит с нашими учениками. Вы создадите новый продукт, вы станете брендом, вы станете на устах у многих людей, и вы станете профессионалом по ведению переговоров и сильным лидером, который могут создать сильную команду. Добро пожаловать в наш мастер-класс, который будет начинаться 4 января в городе Алматы. Мы ждем вас. Добро пожаловать.